Приветствую вас на канале Алковита. На даче собрали очень много айвы. Она спелая, не такая, как в прошлый раз была зеленая, прям желтенькая. Ну, кое-где есть жухлая. Пойдет. Аромат у нее шикарный. Даже не знаю, с чем это сравнить. Ну, классно. В общем, сейчас я ее максимально, сколько смогу, перечищу. Начистили почти полную бодейку 5-литровую, разделили на две, залили пшеничным спиртом. Айва относится к долго вызревающим, поэтому лучше, конечно, месяц на мацерации подержать. Айва в кубе, спиртовая снова в кубе, помешивал до определенного момента. Ну, вдруг он пригорит, хотя вот вряд ли, кусочки тут же все всплыли на поверхность. Как перегонять? Ну, в принципе, здесь каждый себе хозяин. Кто-то подвешивает айву, как показывает последний обмен опытом. Лучше, конечно, чтобы начинка не касалась жидкости. Как бы подвесить, либо какой-нибудь фольжной использовать, что-нибудь как-нибудь. Но у меня были такие сито интересные, но не помогло. То есть сито проваливается, и все равно вся айва оказывается внутри куба, внутри жидкости. В общем, как бы там ни было, я перегоняю следующим образом. Собрал колонну целиком, 8 пыжей, 3 нержи, 5 меди. Кусочек торчит во флянце. Подключение воды последовательно. Мое привычное подключение. Отберу головы на колонне. Ну, так называемые головы, то есть все равно. Если я перегоняю ректификат, аромат голов, как будто бы вот спирт. Его очень много там спирта, такой вот аромат. Очень спиртовой. Когда этот спиртовой аромат закончится, я отключу дефлегматор и отберу тело без дефлегматора. Уменьшу, конечно, нагрев. Уберу тело без дефлегматора. Как только появятся вареные тона, а они появятся, я подключу дефлегматор и добираю спирт в эту же емкость. Погон закончил, 5 литров, 3 литра отобрал без дефлегматора, 2 литра дожал. Получилось, скорее всего, жадная дистилляция, потому что последние его 250 мл вообще покапельно. Но время было, то есть дожал. Замерю крепость, разведу до 40 и через недельку попробуем. Прошла неделя, пробую его водочку. А закусываю, ребята, я настоящими огурцами бочковыми. Ну, колбаска это так себе. И грибы, ребята, грибы с Алтая и с Борового. В общем, угостил меня мой клиент. Мой знакомый Максим, разговорились, оказывается, у него это бизнес соления, есть мед алтайский, есть и форель камчатская, и икра, в общем, и несколько видов капусты, огурцов, помидор, в общем, грибов, алтайский, боровой, в общем, все делают. И причем готовят их уже не в первом поколении. Как он мне рассказал, его бабушка советских времен шеф-повар, в каком-то алматинском ресторане, в общем, родственники на Алтае тоже занимаются. И, в общем, я поразился, насколько это вкусно. Когда в семье профессиональные, скажем так, повара, то готовят они немножечко по-другому. Все технологично, все вот на своих местах. Вот соль не пересолена, то иногда купишь грибы, либо уксус, либо соль, либо какие-то специи, либо что-то еще. Здесь вот грибы просто все идеально. Здесь даже, рассказываю, слюнки бегут, здесь даже есть, смотрите, алтайский белый гриб. Телефон вот будет Максима под роликом, также сейчас вот замигает видео. Поэтому звоните, заказывайте, ребята, вы не пожалеете. Закуска вообще достойнейшая, просто супер. Аромат. Аромат айвы очень яркая, не зря я накрошил. Я накрошил. Мы все семьей накрошили столько много айвы. И она была очень так и спелая, не то что в прошлом году. И аромат просто колоссальный. Алкогольные нотки я не чувствую. Чувствую, если только вот глубоко вдохну, вот тогда нос начинает немножко теребить. А так, так прям вообще достойно. На аромат прям, ну, пятерочка. Да какой пятерочка? Че это скромничаю? 5 с плюсом. 5 с плюсом, ребята. Это действительно классный аромат. Ну, пробуем. Быть добру, за вас. Пьется приятно,
Но опять же, это водочка. Это не дистиллятик. В меру рисковат. Не. Ребята, я в раю. Если даже немножко водочка вот рисковата, то вот такая закусочка, это прям супер. Не знаю, просто я сейчас, как это правильно сказать, очень правильно подобранный гастрономический альянс. Вот это все. Ну и огурчики бочковые. Максим, большое спасибо. Честно, когда ты мне это вот презентовал, я даже не ожидал. Но это приятно. Спасибо. Так что категорически рекомендую. Звоните Максиму. Украшайте свой стол вкусными грибочками. Я хочу им вот похвастаться, то, что я с ним знаком. То, что его семья-то вкусно готовит. Здорово. Так, что там с нашей водочкой? Я сказал, что она в меру рисковата, но как только закусил грибочком, сразу все прошло. Я думаю, треба закрепить. Чтобы все были здоровы. Вторая уже помягче. Ну, все-таки да. Водка. Ректификат. Немножко не мое. Вот белый дистиллятик бы его бы сделать. Перелопатить надо тонны айвы, чтобы там какие-то там 50-60 там литров сока собрать. Ну, хотя в Узбекистане это айва растет на дорогах, на улицах. Поэтому даже никто на нее внимания не обращает. Что хочется сказать в заключении. Цель ароматной водки максимально насытить ректификат ароматом. Я сделал все правильно. Если была бы возможность больше айвы бы вот нарезать, я бы нарезал бы больше. Так что результатом я очень сильно доволен. А на этом я с вами прощаюсь. Берегите себя и пейте только качественные напитки. До свидания. А, ручки, мои руки в конце ролика.